Здравствуйте, уважаемые поклонники онлайн-шоппинга, все мои подписчики YouTube-канала. Сегодня я вам хочу представить очередную посылку, полученную мной с американского онлайн-шопа iHerb. Так, как всегда, все пришло надежно упаковано. Вот такая вот коробочка. Как видим, свободного места в ней немного, но то, что есть, забито вот таким вот пузырьками с американским воздухом. Итак, у нас тут в магазинах нововведения начались. Стали делать кульки пластиковые платными. Исходя из этого, я купил несколько вот таких вот котомочек или авосик. Вот такая вот авоська с одной ручкой, вешается на плечо. Очень объемная, как видите. Для носки на плече, на широкой ленте, то есть не надавит. Вот. И вторая авоська, более классического вида, с двумя ручками. Ручки очень длинные, тоже на плечо спокойно можно одевать. Тоже очень большой объем. И теперь можно ходить и не тратить лишние деньги на кульки. Что в наше такое вот не совсем понятное время намного лучше. И выгоднее. Так, дальше мы смотрим. Дальше у нас вот такие вот коробочки. Кто-то из вас, может быть, знает, кто-то не знает. Это так называемые таблетницы. Значит, взял их, если честно, сам не знаю точно для чего. Надеюсь, не часто пригодятся. Значит, что мы здесь видим? Здесь коробочки застегивающиеся. Если вы, например, заболели, и вам нужно регулярно принимать какие-то таблеточки, вы себе можете в начале недели положить свои пилюльки, разложить вот, начиная понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, день и, соответственно, ночь. Бывают таблетки, которые один раз принимать, тогда проще. Бывают, которые два раза нужно принимать. Утром и вечером, например. Вы себе в понедельник, например, раскладываете или в воскресенье на следующую неделю. И не забывайте, выпили вы, не выпили свою таблеточку. Потому что, я вам скажу, из практики очень часто болезни от нас долго не уходят, потому что мы их не долечиваем. То есть, начал пить лекарства, хорошо. Немножко стало легче, бросил пить лекарства. При таком раскладе вы спокойненько себе положите всю лекарство полностью на весь период лечения. И не забудете уже. Собственно говоря, вот такой вот лайфхак. Взял на всякий случай. Дальше. Вот такая вот интересная упаковочка, как видите, железная. Значит, это у нас бампирот. Что это такое? Ну, тут некоторые могут уже догадаться по картинке. Значит, это такая мазь, типа бальзама. Состав у нее, как вы можете прочитать, вот тут вот видно, в основном растительный. Тут идет оливковое масло, подсолнечное масло, ши, розмари и масса еще других. Чайное дерево, значит, в составе. Утверждается, что очень хорошо снимает болевые ощущения, дезинфицирует и ускоряет заживление ран. Собственно говоря, это взято больше с прицелом на лето. Так что пока полежит. На сайте iHerb все продукты идут очень свежие, с очень хорошим запасом по сроку годности. Так что не переживаю. У этого, как я вижу, вообще нет срока годности. Так что вот такое вот средство от ран. Дальше мы смотрим. Ага. Вот. К сожалению, меня не миновала такая напасть, как трещины на пятках. Значит, на этот случай я взял еще вот такую вот, типа, тоже мазь идет или выдвигается, сейчас точно не скажу, еще не открывал. Значит, как видите, для трещин на пятках, для лечения и ногах, с витамином Е и кокосовое масло идет в составе. Опс. Значит, вот такой вот препаратик. Heal Repair. Значит, вот вы можете тут посмотреть ее состав сейчас, кто интересуется. Производство, как видите, Англия.
А, нет, стоп, секунду, вру. Вот производство США. Значит, вот такая вот маска против трещин на пятках. Опять же, вот, продолжая тему трещин на пятках, очень хорошо, значит, процесс избавления от этой напасти. Это вы держите, скажем, полчаса ноги в тазике с теплой водой. Потом, когда кожа размякла, вы их стираете вот такими вот камнями. Это пемза, значит. Да, это реальные камешки. Стираете пемзой этот разбухший слой. После этого намазываете мазью. И, в принципе, из практики где-то за неделю, если ежедневно делать такие процедуры, трещины уходят как не бывало. Правда, если потом это дело забросить, через месяц они снова у вас появятся. Резиночка. Эта резиночка уйдет моему ребенку. Значит, в каждой посылке магазин iHerb прикладывает какие-то бесплатные такие вот подарочки. Вот в этот раз это была резинка с символикой. Дальше у нас две зубные пасты. Я уже давно не покупаю зубные пасты в наших магазинах, потому что, во-первых, они мне не очень нравятся. Ой, во-вторых, я их могу взять в Америке и даже дешевле выходит, чем у нас. Вот такие вот зубные пасты. Это у нас эхинацея. Значит, с эхинацеей. И вот такая вот с ним. Чайным деревом и ментальным вкусом. Ксилевайт зубные пасты я уже давно пользуюсь. Меняю, беру разные у них. Очень нравится мне. Вот эту пасту Kiss My Face. Раньше я покупал шампунь этой компании. Очень хороший тоже. Но в этот раз вот взял для разнообразия Kiss My Face. Собственно говоря, все. Вот такая вот была посылочка. Это у нас что? Это у нас не относится к посылке. Итак, давайте посмотрим, что же у нас пришло в этой посылке. Это две зубные пасты Ксилевайт и Kiss My Face. Это вот такая вот мазь для лечения трещин на пятках. Мазь, которая при ушибах, ранах поможет заживлению. Дальше, вот так чуть подсветку сделаю получше. Значит, два вот таких вот две коробочки, две таблетницы для таблеток, чтобы не забывать, когда мы лечимся, принимать таблетки. Пемза для пяток. Тоже все экологичненько. И, как говорится, модное сейчас выражение антикризисно, но, собственно говоря, так и есть. Две авоськи. Весьма недорого, но очень практично. И вот бесплатно еще резиночка пришла. Итак, мы рассмотрели очередную посылку, полученную с сайта iHerb. Тем, кто не знает, я могу сказать, что это магазин американский, специализирующийся на товарах для здоровья, для дома и на натуральных товарах. Цены там весьма хорошие, особенно по сравнению с местными. Доставка тоже очень недорогая. Обратите внимание на купончик, который вы могли видеть на протяжении всего этого ролика на экране. Использовав этот купон при первой покупке, его надо вводить на форме заказа. Значит, вы получите скидку от $5 на свой первый заказ. То есть, в принципе, если вы для теста выберете вообще небольшой какой-то заказ, скажем, $5-6 товары, то вы заплатите только за доставку. Это выльется буквально долларов 4. Ну, собственно говоря, тем, кто уже знает, рекомендую. Тем, кто не знает, заглядывайте на мой сайт insku.com, где вы можете ознакомиться с последними новостями онлайн-шоппинга и обзорами товаров, купленных на просторах интернета. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и не болейте!